Всем доброго времени суток, дорогие товарищи и друзья. Сегодня, как вы видите, наверное, уже вот здесь, вот в этом углу, не знаю, видно или нет, но у нас уже начинают выставляться жерлицы. Собственно, для этой цели мы сюда и приехали. Попытаемся мы сегодня половить щуку на Староуткинском пруду. Помимо ловли щуки, мы будем пытаться ловить всякую разномастную мелочь в палатке. Надеюсь, рыбалка получится клевой, но если будет она не клевой, то будет просто беглый рыболовецкий отчет. Приятного просмотра, как говорится. Давайте начинать. Наша рыбалка при этом посещении Староуткинского пруда была несколько более рыбной, чем год назад. То и дело на наши мормышки покушались полчища чебаков и некрупные стайки некрупной же фанеры. Совсем редко попадался окунь размером слегка больше спичечного. В первый день мелкого чебака мы отлавливали для жерлиц, а во второй уже просто отпускали. Редкость. Окушок попался. Маленький, конечно же, но больше тех матросов, которые мы ловили здесь 3-4 недели назад. Редкость. Брикеты для печки нам помогала восполнять местная каштанка. Ее бы энергию да к нам на обогрев, и не надо было бы нам никаких брикетов. Также хочу предупредить, каштанка любит тырить перчатки, поэтому заигрывать с ней рекомендую без них. Утречко третьего дня. Ксения выходит из палатки. У
нас возможный загар. Первый. К сожалению, эта сработка оказалась совсем не сработкой. Живец совершенно целый, непокусанный. Вероятно, флажок встал либо от ветра, либо, может быть, птицы. Тут воронье летает. Такие дела. Обидно. Тоже все целое. Тоже флажок выпавший был из жерлицы. Но смотки не было. Утрешняя проверка жерлиц, к сожалению, никакого результата щучьего не принесла. Два живца остались хорошие. Мы их оставили на жерлицах трех, придется заменить. Они уже уснули. Такие пока пироги. Придется, наверное, продолжать ловить чебака с фанерой в палатке. А щука нас, возможно, и не порадует. Ну ладно, еще сегодня подождем. Может, что-нибудь будет. Собственно, результат наших трудов на видео. Напокушать поймали, и ладно. Жаль, что без щуки. Такой была наша крайняя рыбалка уходящего зимнего сезона.